O'rinboyev Qoraqalpog'iston Respublikasini boshlig'i, Yuqori kengash raisi O'rinboyev Omonboy O'rinboyevichga doktor Jalilov alohida minnatdorchilik bildiradi. Haqiqatdan mana fuqarolarini qo'llayotgani uchun biz ham mana bir fuqarosini yaxshi o'zi ko'p fuqarolarni davolab berdik, chunki biz viloyatimiz hokimi o'sha nima qaysi nimani olganmiz otaliqqa Kegilida olingandi, 50tacha qoraqalpog'istonlik insonlar Andijonga kelib davolandi, biz ham sudugisi borlar 5tasini 2 martadan bepul davolab berdik, mana keyingi safarga mana sizlarga mana pul ko'chirib bergan ekan. Mana sizlar soppa sog'sizlar, eng muhimi o'g'lingiz o'ta aqlli bola ekan va juda ham yaxshi natija oldi va bizni ishlarimizga ham ko'p maslahatlar berdi, biz qol qoldik. Ilohim shu o'g'lingizdaqa o'g'lingiz ham o'sha O'rinboyevlardaqa rahbarlik lavozimida ishlay oladigan aqlli bola ekan. Rahmat katta nimadir O'rinboyev akamizga doktor Jalilovdan chin yurakdan rahmat aytamiz va siz uchun doim duodamiz. Rahmat e'tibor uchun. Xo'p, bosh miya o'smalari hajmli o'zgarishlari qanday o'zgaradi? Сегодня 2024 год, 20 мая, пациент приехал к нам, значит, первый раз в 2002 году. Мия усмалара, объемное образование, как меняется, если лечиться по схеме доктора Джалилова. Значит, здесь видно, в 2022 году ему поставили, значит, объемное образование. Объем, формула объема была 58 единиц. Значит, вот 58 единиц было. Так, и диагноз был такой. МРТ, признаки объемного образования, хронические внутримозговая гематома, липома лобной доли. Здесь нужно сказать, здесь пока мы не сделаем, значит, биопсию, мы точно не можем установить, конечно. Но все равно, когда в динамике смотришь, есть определенные, значит, диагностические критерии. Демек, то биопсия кылмагымызча буны өсмө ё липома ё гематома дей алмайбыз. Лекин шунга карамастан динамикада текшерип көрөдүгөн болсок, динамикада МРТ-да демек өсмө барлыгыны аныклаш мүмкүн. Я не читаю, ну, я окумайапмын буны, но читаю вначале признаки объёмного образования хронического гематома, липома. Демек, сүйүнкәле мияга кан куйлуш миясын ичиге кан куйулган мия ичиде гематома ва сүйүнкәле халатта давам этип деп липома деп коем. Энди шу мана 2022 жылда шунака болган. Энди 2020 өзү неме шикаяты бар аны? Шикаяты баш ауырды. Баш ауырды. Силер түшмейсиңер. Түшмейсиңер, гапириңер. Nima og'zinglar qimirlagan tushiraman. Nima bezovta qilasiz sen ayt. Ayt. Aytuv sen tushmayapsan. Ko'rsataman keyin senga. Bosh og'rig'i. Bosh og'rig'i sudurga. Qattiq. Bosh og'rig'i bilan sudurga. Bosh og'rig'i sudurga. Yanachi. Hocha shu. Xo'p, endi mana 24-yilda kelyapti, dorilar uzluksiz ichib davolanyapti. O'smani razmerlari kichraygan, 57 inchga o'zgargan. Mana 57 inchga разница здесь видна. Demak, bu 22-inchi yilgisi, bu 24-inchi yilgisi. Demak, mana 24-inchi yil 18-inchi mayda tushyapti. 2 dня назад. Значит, 18 мая происходит МРТ обследование. 2 дня назад и вот здесь объемное образование, но там тоже написано липома. Там тоже написано липома. Вот. Липома, значит, меняется. Возможно липома, возможно какой-то гематома. Ну, в общем, меняется. Но что еще лучшего, что при 2022 году, 2022 году, мия толық жарохатта болған. Bu ikkov rasmga qaranglar, mana oq joylari ko'payib ketgan. Atrofitskiy izmeniye bylo zdes ochen silno vyrazheno. Berda mana ham nima o'zgaryapti,
ham o'smak ichrayapti i atrofik izmeniya ham kamayapti. Mana atrofik izmeniya здесь уже почти нету. Объёмное образование вот здесь стоит вот. И здесь тоже оно есть. Вот. Вот здесь видно оно. Поперечное сечение тоже видно вот. Но значит, что лучше? Демек, на мою халяпт. Мана сверху сейчас я покажу вот так. Вот это две фотографии, вот это две фотографии. Сейчас мы покажем вот так. Покажем. Вот это 2002 год, это вот 2024 год. Вот разница, вот, вот посмотрите. Разница. Или вот так лучше показать, что ли. Сейчас вот так показываю. Видите вот? Вот это две фотографии. И вот это две фотографии. И вот здесь видно вот. И здесь тоже видно. Изменения очень хорошие. Аллах поберсин. Хоп, инди нима ўзгаришлар ҳис қилдингиз? Юзингиз тушмаяпти, оғзингиз нимасига тушади, тушади. Ўзгаришлари ҳақиқатдан ишон бўлмайдиган даражада. Мен миндан минг раҳмат айтаман. Ўзингизда даволаниб, ҳаттоки диагноз қўйиш олмагандим. Бу нарса бош шамоллаган, бошига ҳар хил дорилар ёзади. Yaxshi bo'lish o'rniga faqat orqaga tashlab ketdi. Keyin biz o'sha qo'shnimizdan eshitib keldik sizda. Mana shu kelganimizdan beri bir marta suzib bo'ldi. Keyin bu yoqqa bo'lmadi, xudo shukr. Mingdan ming rahmat aytaman. Alloh shifosingiz. Eng muhimi miyasi to'lib qopti. Ha. Miya to'lib, eski holiga tiklangan. Holati yaxshilandi. Ha, главное, что мозг восстановился и, значит, изменения очень хорошие. Рахмат сіләрге, Аллах шықпасын ерсін, дай бұмамыз дәравленен. Мы вам дадим, чтобы как подарок сабыр малхам. Он вообще, он спокойный парень, но он, несмотря на что спокойный парень, өзі әлі хатыржан бола, но внутренние переживания очень, у него очень сильные. Ички кечінбәләрі күшлік әкен. Потому что бізі байынсамызда давалана жүріп, бір қарауылымызге торысында пікір қалды. Йо, түйе бақарымызге. Шу доктор, ішілі қайдан аласыз, откуда берет работаю, потому что мне стало очень жалко, потому что ему 78 лет этому же мужчину, и 73, что ли, очень, говорит, тяжело его жить, помогите, сказал. Да, мы помогаем, потому что у него действительно жить тяжело, потому что и жена тоже инвалид, и, а единственный сын тоже инвалид. И придя к нам на работу в санатории, там он поправился. Но все равно, конечно, 73-летному жить, мослаштырлиган контейнерде яшиди, удобствами в контейнере, но жить и смотреть, ну днем живет он, вечером идет домой, конечно. И, конечно, это трудно. Аллах спасибо, дай Бог вам выздоровление. Мы очень рады за такого умного, красивого парня. Потому что он очень умный, очень грамотный. И каждый человек хочет, чтобы у меня был такой сын. Аллах спасибо. Ikki yildan buyon shartnomasi asosida davolanib kelyapmiz. Yurtimizga mana shunday imkoniyatlarni yaratgan uchun avvalambo prezidentimizga mingdan ming rahmat. Sharoitimizni tushunib, mana o'g'limiz hatto yaxshi. Sizga ham rahmat shu fursatdan. Hokimiyat pul o'tkazmaydi. Hokimiyat pul o'tkazmaydi. Unda buni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Agar hokimiyat pul o'tkazbergan bo'lsa, buni birinchi o'rin. Здесь очень, ну, раньше было много, но в этом году очень мало. Значит, хакимият, значит, дает денежные, значит, субсидии бесплатные, чтобы больные смогли лечиться. Кстати, Кыргызия так делает, Кыргызстан, Блан, Казахстан и российский фонд какой-то есть, тоже сейчас деньги дают нам для лечения своих больных. Россияны, Канакадыр фонды бар екен, Ислама, шу фонд өткізбер епті.
Rossiya fuqarolariga va Qirg'iziston bilan Qozog'istonda ham shunaqa bor ekan. Davlat o'tkazib beryapti. Bizga o'sha gubernatorini vakili kelib biz bilan gaplashib ketdi. Oldingi safar hattoki prezimizgacha pul to'lab berishganda. Yo'l kirilarga. Yo'l kirilarga. Ikkalamizga barobar. Keyin undan tashqari dori-darmonga aloqada tashab berishdi. Jo'qorg'i kengash raisi O'rinbayevga, Amomaga O'rinbayevga rahmat aytaman. Keyin shu bilan yoshlar ittifoqiga rahmat aytaman. Farovon mahallasiga. O'sha o'g'lim davolashda katta yordamga qilib kelishyapti. Shunchalik yordam bergan uchun biz ham minnatdorchilik bildiramiz. Siz ham chekada turmasdan sizlarga demak ba'zi bir dorilarni bepul berishga harakat qilamiz. Kelishdik. Sizga ham rahmat. Endi o'sha nima Jo'qorg'i kengash boshlig'i O'rinboyevni biz bir hafta bepul putyovka bilan ta'minlaymiz, sanatoriyamizda bepul davolanib ketsin. Kelishdik. Xo'p, rahmat sizlarga. Rahmat. Xo'p. Keyin alohida yana bitta insonga rahmat deyishim kerak. Siz xodimingiz Ziyodbekka katta rahmat. Telefonda aloqaga chiqib, ularga bilan muloqotda bo'lishib, pul ko'chirishimizga katta yordam berdi. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga ham. Alloh xohlasin. Rahmat. Xo'p, rahmat. Alloh qo'llasin.